Мы перекусили и пошли делать дела во дворе. А именно животным крючки прикручивать. И тут позвонила Настя. Капец. А ты в Google карты заведи этот адрес. Там же показывает иногда организации, дом какой. Давай. Угу. Что там? Не, хозяйка дала адрес, где провайдер расположен. А как провайдер называется, она не помнит. Так да, погуглить по этому адресу. Ну, она пробовала говорить, не высветила. О, Дашка побежала за Алиской. Лимоша. О, я ему бананчик принесла, а тетя Оля уже ему положила. Давай начнем с лимона. Тетя Оля нам сейчас поможет, она его отвлечет. Давай сейчас с самого сложного начнем. А что самое сложное? Замок на весной повесить. А что это самое сложное? Ты шутишь в смысле? Это был сарказм. Тихо. На бананчик, лимон не хочет. То есть у лимона есть. Нет, подожди, лимон, съешь бананчик. Ну я уже его открыла. Ну так ешь. Тетя Оля, съешьте бананчик, я его уже открыла. Я думала лимону дать, смотрю, вы ему уже положили. Да. Вот, смотрите, какой замочек, тетя Оля, красивенький, да, будет у лимона. Здесь в пластмассе. А как пластики? Он будет? Ну, там вот на той. Ну, мы ее сейчас практически не открываем. А, здесь? Ну, да, да, вместо проволочки, потому что мало ли он эту проволочку размотает. Он не размотает ни за что. Да, мне тоже, нам. Если вот удобнее, видишь, все равно, да. Выше, ниже, ну, будет нормально. Сейчас попробуем. Надо поднимать, да. Я говорю, надо сварочный аппарат. Он хочет покупать сварочный аппарат. Я ему говорю, ты не сварщик, ты не умеешь. Здрасте. Две железяки сварить, это каждый сможет. А Костя уже купил книжку, где там рассказывается, как это все делать. Ну, это ж хорошо. Да. Ну, да. Надо поощрять такие ключи повесим. Может сюда просто ложить, вот сюда. Они вот. Тут заржавеют. А, ну это да, заржавеют, согласна. Где-то внутри. Может... Может, туда? Нет, вот сюда, чтобы далеко не ходить. Вот, тетя Оля, видите, он специально закрывается от дождя. Вот. Да. Классно. Фух, все, я уже устал. Вот ты сегодня шутишь и шутишь. Так, теперь, тетя Оля, надо, чтобы вы лимона выманили туда, в ту половинку. Иди ко мне. Тихо, тихо, тихо. Идем, 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 маленький. Хороший, смотри. Маленький. Он, кстати, легче немножко стал. Поиграться хочешь? Ой, какой ласка. Кстати, давайте ему, Кость, вот эту лестницу на что-то заменим, деревянные. Сколотим деревянную вот лестничку. Мне вот эта ржавая лестница вообще не нравится. Смяк ему нравится. А, он нашел вот что. Ох и толстяк. Как мешок с картошкой. Не хочешь? Давай, давай, давай. А что ты сейчас будешь делать? Нет, зашел, прикручивал. А, ты эти ищешь, чем прикрутить. Оля, ты видела? Самую большую Лена выбрала, чтоб, не дай бог, не сбежать. Нет, дело в том, чтобы главное в удобстве. Да они все были одинаковые, но это самое мощное. Чтобы он не выломал ничего. Поудобнее. Как это происходило? Давай, устраивайся поудобнее. Он там выбежит и тебя за попу грызанет. О, я же говорила, выбежал. Ты не ко мне. Видишь, он ту дверку открывает. Сейчас, да. Я просто не в том месте ее. Так, Лимош, ты на улицу не пойдешь. А может, пусть погулять? Да, конечно, я опять закрышу. Не, ну крышу надо заколотить, я же тебе говорю. Вот так, листом вверх. И все, он будет во дворе бегать. Там нет, там нет, там нет. Надо еще проволоки, Кость, да. Он размотал. А, не, он просто выбил, потому что проволока в одном месте. Надо сразу в нескольких намотать. Вот сверху здесь и снизу. Вот еще. Сейчас я это замотаю. Давай, Лимоша, давай, Лимоша, давай. Лимося, иди сюда. Лимося. И не кусал он вас ни разу, тетя Оля? Нет, было такое, что ну не сильно. Без злости, вообще без злости. Просто было легкое недовольство. А сейчас, ну ты же видишь, вообще ж. Да, он стал он более ручной. Делать все, что хочешь. Угу. Я тоже буду пробовать. Главное, чтобы не было страха никакого. Угу. Игривое такое настроение. Чё, ёжик. Было такое, чё, как ёжик. Так разыгралось, что он начал на меня прыгать. Ага, да, у Насти тоже так было. Вот.
Но это потому, что ему очень хотелось играться. Угу. Да. А лапки такие нежные. Все. Давай, пробирайся к Косте, давай. Вот туда его так. А я там хорошо замотала. А ну, Костя, проверь. Кусь его давай. Да не проходит, нормально. Ого, смотри, что он делает. Силач какой. Ага. Смотри, линолеум оттягивает. Еще лапами размотаю. Умный, да. У него же интеллект примерно как у Алисы должен быть, поэтому, да, он может догадаться. Лимося. Зато ему задачка есть. Да. Интересно, попробовать открыть дверку. Скажи, кто поселился в моем вольере? Это непозволительно. Я с удовольствием с ним бы ходила гулять, если бы можно было такую одежку. Ну, ему можно шлейку купить. Мы же раньше с Настей надевали, когда он помладше был. Но потом... Он выскакивает. Ну, это раньше было. Сейчас же он большой, он уже может и не выскочит. Ну, да. Но прикол не в этом. Прикол в том, что когда она его одевала, он кусался. Ему не нравилось, да, поэтому перестали. Именно проблема надеть на него это. Не, ну я думаю, у меня проблемы не будет одеть. Надо попробовать чуть-чуть. Но это ж надо еще подобрать размерчик. Мы тогда с ним ездили в зоомагазин, мерили на него. Представьте, сейчас с ним поехать в зоомагазин. Ну разве что переноску его пихнуть. Да. Ну если он там сбежит, то будет переполох. Когда его хватало так, он когти свои не выпускал. Видишь, играться. Лимоша, сколько тут всех, да, внимание. А вот, видишь, что заинтересовало его. А. Это хомячок. Тетя Оля укусил хомячок. Решила проявить немножко внимания, как говорят. И пожалела об этом. Хомячок был недовольный. Что я решила его попробовать. Может, вообще нельзя этого делать? Нет, можно, но только если... погладить. Нет, тетя, их как раз можно приучать потихонечку именно. А если он, ну, вот, все лето, допустим, вы его не гладили, он привык, что он как бы свободное животное, и тут к нему лезут, то, конечно, он просто испугался. Наверное, ну ничего, я ему прощаю. Ой, Лимона, посмотри, какой он ласковый. Вы когда-нибудь думали, что будете дружить с енотом? Я знала, что я с любым животным смогу поговорить. Но нет, есть такие собаки, которым лучше не подходить. Им безразлично какое. Лимосик. Ой. Это ему тоже интересно. Фотоаппарат зацепил. Лимося, дай лапку мне. Еще раз. Мне понравилось, как его перевернуло. Так, мы заигрались, я и забыла посмотреть, что тут делает Костя. Вот тут неинтересно. Да, там интересней. Интересен будет результат. Угу. Достаточно быстро. Хорошо, когда есть шуруповерт. Да. О, он еще есть будет. Подсветка, Кость? Да. Вообще продуманный шуруповерт подсвечивает. Да, нормально он встанет. О, он замок пытается открыть, гляньте. Да, правильно. Умный енотик. Ключик, понимает. Да, ага, он уже когда-то ключик нам где-то потерял. Вот так вот из замочка. Кость, посмотри, как лимон пытается открыть. Ох, ну никак, да, лимон. Лимош, ты с ним подружись, он умеет. Не движен. Дай лапу. Мне кажется, он скоро станет очень ручным, и мы будем спокойно его даже во дворе пускать гулять. Не, ну это... Да, конечно. Ручным-то он может... Грызть-то он может нас и перестанет, но сбежать куда-нибудь. Нет, так мы же можем все возможные пути продумать. Вот у нас только этот не продуман был. Ну, крыша. А куда он со двора сбежит? Дырок вообще нет нигде. Вот там надо за той клеткой забить. Да. Он лапами вот по забору заберется и все.
По какому? Тому сеткой, которая? По какому вы тогда жить по этому? Ну вот по какому по этому? Туда забираться некуда, там забито. Ну вот смотрите, тетя Оль, сюда не заберется. Ну, по сути, он в эту дырку он не пролезет, правильно? То есть сюда он никуда не заберется. Дальше к соседям, да. Если дрова где-то вот так вот раз, да. Да нет, туда он не пролезет. К соседям, да. Ну так можно же вот здесь забаррикадировать. Закрываем вот эту калитку и делаем тоже, типа, наверх, чтобы не перелез. Тоже набиваем железку. То есть если продумать все вот эти места, где он может перелезть, то он сможет по двору гулять себе. Довольно закрытый двор, нормально. А по лестнице, что она там? Закрыла? Ну, вроде. Вот сколько нюансов, которые сразу не предусмотришь, да? Что надо изнутри замочек сделать. Раньше как-то об этом не подумали. Лимойся. Лимойся. Тимой, лимойся. Лимойся. Или чей ты, Настин, тетя Олин. Уже и не поймешь. Чей ты енотик. Крошка, енот. Лимойся. Как же пробраться? Лимош, давай кататься на качельке. Да, Лимоська? Давай сюда еще ручку купим. Ну как? Ну нет. Еще раз сверло. Сверло маленькое. Ты же его насквозь не, не просверлишь. Звук, как в деревне в общественном туалете. О, закрылась. Сейчас, еще глубже чуть-чуть надо. Ну да, только главное не насквозь, наверное, чтобы, чтобы не насквозь прям. Да нет, тут просто... Ты так высоко залез, а? Как ты такой толстенький удерживаешься так высоко? На крышу хочется, да, опять? Ох, он нам потрепал нервы, по той крыше побегал. Кто не видел это видео, я вам оставлю ссылочку в описании, там две части. Как Лимон сбежал и бегал по крыше. Да, потрепал нам нервишки. Потрепал нам нервишки. Зойкин. Ой, да не бойся. Стукнули громко. Стукнули громко. И уже всем ручной, совсем. Смотрите, можно совать пальцы, чухать, и он ничего не рычит. Реально стал более ручным намного. Не бойся, Лимош, это Костя пилит. Все в порядке. Все в порядке, моя прелесть. А фотоаппаратик? Не, это нельзя. Вспомнила свою юность. Я так любила футбол играть. Тебе звонят. Вышла Надюха, что-то мне тут такое рассказывает. Завтра в 6 утра она куда-то намылилась.
Такая деловая. Куда ты так рано? Я не ездила, на речку. На речку? Буду медитировать. Не, ну на самом деле на рыбалку. Понятно. Я до обеда вернусь. Как там твое похудение? Тяжело? Я рассказывала, как ты запах уловила. Слушай, так оно так пахнет. А весь прикол пахнет в зале. Вот там, где ты уже спит теперь. Странно. И вот этот... Через камин как-то идет, что ли? Это ванилька. Это такая... Да-да-да, ванилька. Я чувствую эту корочку. Думаю, о боже мой. У меня даже не осталось с вами поделиться, потому что съели вот просто за раз. Нас много, а его мало. Килограмм творога, короче, мало на нашу семью, да. Но дело в том, что мне оно как бы сейчас не надо. Не, запеканку тебе можно. Да? Конечно. Она ж там... Не, ну хотя у меня там было и 4 яйца в ней, и сахара кучу. Тебе надо поменьше этого всего. Да. Надо делать запеканку, но ложить этого всего чуть-чуточку. Буду стараться. Ну, Даша не грызет ногти. Она там себе вот так хочет, и она ставит отметку на ногти, что вот какой она хотела палец грызануть. Но это больше все ради нее. Наверное, не ради себя, а ради нее, потому что там уже пальцы, ногти. Ну, ради себя тоже надо. Да. Все, ты всем пообещала на видео. Да. Так что у нее на канале, посмотрите, она сказала, я худею, так что все. Да, буду худеть. Не отвертишься теперь. Все, буду к Новому году. Надеюсь. Ну, к Новому году это ты слишком загадываешь. Подожди, это сейчас октябрь, ноябрь, декабрь. За 2 месяца? За 2 месяца ты хочешь? Хотя бы чуть-чуть, да. Хоть килограмм 15, не знаю. Ого, чуть-чуть. За месяца. Да все равно, не знаю. Я с моря приехала, скинула, блин, несчастных 2,5. Мне так тяжело это дается. Ну, потому что ты не в таком весе, как я сейчас. Ну, фиг его знает. А ты воду пьешь? Даже когда не хочу. А ты привыкнешь, потом будешь все время хотеть пить. Вот я привыкла, я хочу пить. Ну, то есть я просто беру стакан, выпиваю воды... Ну, мне это не пей по несколько глотков, не пей стаканом. Не в удовольствие. Пей часто, но по несколько глоточков. Да. Это тоже действует, да? Ну, да, наверное, просто обратить. Так вот через каждые 15 минут поставь напоминалку и по несколько глоточков, и все, и будет не отлично. Не хочется мне пить. Вот, не Оно хочется. Будет потом хотеться. Да, сегодня, кстати, как-то похолодело немного, да? Похолодало, да. Прохладненько. Ну, хотя, не знаю, ты просто в футболке и в этих бриджах. Поэтому тебе прохладненько. Я вот стою нормально одета, мне нормально. Я сегодня такая злая была. Чего? Ну, короче, иду набирать себе ванную. Коврик, и вот это же я в тапочках. Ну, правда, один тапок уже отклеивался там. Не очень. Споткнулась, что ли? Нет, я наступаю на коврик, что-то липкое, и этот коврик, короче, дергаю туда-сюда, не могу понять, что такое. Слышу запах какой-то резкий. Приятно. Кошка? Приятно. Беня. Блин, Костяная. Капец. Навалил, как человек. Ты понимаешь? Я думала, что я его просто раздеру. Но он от меня убежал. Ну, у нас тоже был период, когда кошки на тряпочки всякие старались пописать. Вот ничего нельзя было оставить на полу. Надо убирать коврики, значит. Это просто что-то. Меня аж расцелепало. Так ты понимаешь, как человек? Так много. Как? Такой кот так много может. Ну, Беня, он вообще, он у вас, я не знаю, как-то оказался во времянке, сидел, смотрел на песчанок недавно. Да, я знаю, это слава богу, что просто сидел и смотрел, а не лапкой. Я вообще не пойму, как он там оказался. Вытягивал. Но у нас батон тоже, в принципе, такой, что что хочешь, можно ожидать. Он, наверное, похож. Не пришел ко мне этот днем, увалился вот так вот на меня и сидит, понимаешь? Угу. Ну, он точно как батон, барон, да, тоже батон. Чувствует себя таким хозяином. Я как вспомню, боже мой, кошмар. Катя уже говорит, помнишь, мы батона босс хотели назвать? Надо было босс надо назвать. Надо было. У него характер босса. Да. Погляди, как он лазит, Леонь. Лимоша? Ага. Да, я видела. Ой, хороший. Пошла я смотреть, что там Костя дальше давай, делает. Я пошла этот, разогревать. Мы с Костей поменяемся. Слушай, мы тут надумали по утрам бегать. Я, тетя Оля и Катя. Может, ты с нами, когда выздоровеешь? Я не знаю, в моем весе можно сейчас? Быстрый шаг просто. Ну, разве что. Ходить по свежему воздуху быстрым шагом по любе полезно. Катя идет, а я уже бегу за ней. Ну, мы будем с тобой ходить быстрым шагом, а Катя бегать. Ну, а тетя Оля не знаю. А тетя Оля что хочет, может ожидать. Может, она с Катей побежит. Помнишь, когда я тут думала, куда тебе? Тогда еще Дима говорил, что... Бегать вредно, да. Просто
Да бегать всем вредно, в принципе, я так думаю. Детям нет, полезно, а взрослым... Хорошо, я раньше бегала и себя прекрасно чувствовала, пока не стала такой маленькой девочкой. Но мне кажется, визуально, что ты чуть-чуть уже похудела, не? Ну, у меня же не первый день это. Ну, прошлый. Ну. Я... Поэтому мне легче. Я хожу, я тут на время посмотрела, еще где-то, ну, после 6 я жила. Когда есть результат, это очень мотивирует дальше. Да. После 6 не кушать? Не, а я кушаю, я тебе скажу, и худею. Но я кушаю такое, что-то очень легкое. Кефир, там, сухарик с чаем, вот такое. И мало, мало, немного, мало. Я слышала. Да. Я твои тоже смотрю. Запеканку вы делали в такой... В силиконовом человечке форме. Мне, короче, девочка там подарила даже две таких. Но они небольшие, а такими тоже вот такими, типа отделениями. Это тоже же можно свободно в духовку поставить. Ну, конечно, можно. Но сегодня я в стекле делала, посмотришь. Во влоге будет, во влоге будет. Конечно. Мне больше стеклянных нравится, чем в силиконовых. Ну, не знаю, это мое личное мнение. Я больше доверяю стеклу. Я тоже буду делать. Это только лежит, пропадает. Ой, сейчас надо еще Прошу домой забрать. Мы его теперь туда-сюда. То он немножко во времянке, то немножко дома, чтобы с ума не сойти, когда он хочет очень покричать. Прошу? Ну да. Ну это я перекрутил. Легко. Перекрутил? Да. Угу. Так, а ручку? Ручка будет. Сейчас. А, ты решил с этого начать? Я настроился на крючки. Слушай, а давай его, может, выпустим побегать тогда пока что? Кого? Ну, кролика кого, Тимку. Чего ему тут сидеть, пока ты сверлить будешь? Он будет бояться. Ой, только не Климон уж. Господи, Кость, ты что не закрыл? Я вообще даже не подумала, что у него там перекрыто у Лимона. Я подумала, что он уже открыт. Ты что, я так испугалась, что вообще. Фух. Тимка, ты дружишь с Лимоном через клетку? Ты дружишь с Лимоном? Кушай травку, Тимочка. Тимочка у нас каждый день гуляет. Пока погода позволяет, пока есть травка, надо выгуливать. И Лимошу хотелось бы каждый день выпускать, но после того побега по крышам страшно. Кто вышел погулять? Алиса последние дни не расстается с черным котиком вот этим. И тетя Оля. Тебя тетя Оля вытянула на уличку, да? Солнышко, у нас Тимка гуляет. А у вас Тимка гуляет. А малыш котик Тимка. А как зовут котика твоего, Алисочка? Давай ему имя дадим. Давай его будут звать Мур. Мур? Не? Кролик, Тимка, с тобой идет котик познакомиться. А Тимка не хочет знакомиться. А Дашка где? Она уже домой зашла? Да. Она ждала, замерзла и пошла в дом. А. Мама, где Дашка? А Даша домой зашла. А Даша делает скорее. А Даша тебя звала гулять? Звала. Я постукаю. Постукаешь? Ну попробуй. Может, Даша выйдет. Не услышит Даша, она наверху. Надо ей в окно сюда крикнуть. Даша! Там не услышит. Ты говоришь, Даша, а Проша говорит, а. Да, надо ей в окно, она так не услышит. Не слышит Дашенька. Не, я постукаю. Пошли ей по телефону позвоним. По телефону позвоним. Да, мы ж люди прогрессивные, правильно? Пошли, у папы с собой есть телефон. Идем, папу найдем. Что там? Там Надя на машинке. Вон папа сидит, спроси телефон. Папа, телефон даже позвони. Кому? Позвони, да. Кому ты хочешь позвонить? Дашке. 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 Дашке она хочет позвонить. Алиса, посмотри, кто пришел. Дашка! Алиса только тебе звонить собралась, а ты уже и пришла. Даша, я обняю тебя, я поцелую
Обнимай, Даша, обнимай. Даша, я обнимаю тебе. Давай я ножками обнимаю тебе. Давай я обнимаю ножками тебе. Обниму ножки? А почему ножки? А можно я с вами тоже поеду? Ой, какой тяжелый. Даша, смотри, Надя уже уезжает. Надя уже уезжает. А давай помашем ушками. Скажем пока. Пока, Надя. Мама, помаши ушками, Надя, пока. Да, пока, Надя. Надя уезжает. Ой, поцелуйчик передала. Моя ты зайка. Ну все, все, ручки, наверное, грязные, зайка, не надо. Надо смотреть. Давай ты, Даша, а Даша тебе ножкой. Давай. И маме. Давай, будем играть в мяч. Давайте, в футбол. Оп. Оп. Вот так, давайте, футболисты мы будем. Лисюня, лови. Гол. Хорошо. Давай, бей мячик. Ты кататься? О, Костя уже прикрутил ручку. Клетки кролику. Отличная ручка, да? Скажи, правильную выбрали, мне кажется. Алиса уже вообще вот поэтому легко залазит сама наверх. А ну, Алис, покажи, как ты залезаешь. Вот здесь, как ты умеешь. Еще давай будем залазать. Вот так можно уже идти на скалодром. Молодец. Как взрослеет ребенок быстро, вы видите? Мама, вы давай, помните, давай, как она еле карабкалась? Ты меня из шланга поливаешь? Ну ты выдумщица. Поливаешь маму, а мама она мокнет. И что я буду делать? Я без зонтика. Алиса, меня поли. Мама, я бабушку полила. Давай, поли, бабушка. Полила. И Настю полила. Поливаю, скажи, поливаю. И Катю поливаю. Да, Настя ж уехала. А я Катю поливаю. Я поливаю. Да, поливай. Ты уже все? Мама, я поливаю тебя. Кость. Кость, ты уже все? Прошеньку вынеси на воздух. Пусть Даша, немножко. Погуляет. Раз, один, два. Даша, давай, давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто первый, что ли, играете? А мы танцуем. Чечуля с лимоном там играет. Лимон танцует? Лимоша, ты танцуешь? Сейчас мы уже ему много воды очень не льем. Хотя Костя хочет сейчас долить. Я не знаю, насколько... Ну, летом-то ему необходимо было много. Жарко было. Сейчас... Сейчас ручки помыть надо, да? Ну да, ручки. Что-то пополоскать. Конечно. Да, сейчас уже столько воды не надо много. Кишка крик. Брызгается. Попить решил прямо оттуда. Запился. Ох, и лимош. Ух ты! Как он неожиданно выскакивает. Костя, мы сделаем лимончику, когда будешь прошлое вот эту делать штуку, на которую он садится, стенд. Давай лимончику сделаем из деревяшек лесенку, деревянную. А ту заберем.
круто, если по лестнице какой-то так, чтобы... А мы будем ему делать сейчас, будем придумывать. Но сначала проще надо что-то сделать. Потому что у Лимона и так тут хорошо. Двухкомнатная квартира. А проще надо срочно. Ты Тимке привет? Лиса говорит, привет, Тимка, я вас ищу. Ты что, Тимку на вы? Да я вижу. Гуляет Тимка, да. Да что, давай будем считать. 1, 2, 3, 4. Проша хороший. Проша хороший. Давай я буду чухать, давай. Давай почухаю тебя. Почухаю, Прошеньку, почухаю, давай. Давай, Прошенька. Давай чухать. Давай. Проша, привет. Привет, мальчик мой хороший. Ты скучал? А? Ну, укуси. Покусай, покусай. Проша, Проша, давай, хорош. Давай поглажу, поглажу тебя, поглажу. Хороший, Проша, хороший. Если ты еще орал поменьше, да. Ну я думаю, когда мы ему много всего сделаем, он не будет так орать. Не, подругу не надо, Костя. Хватит одного Проши нам.